Бомарше писал: «Природа сказала девушке: будь прекрасной, если можешь, мудрой, если хочешь, но благоразумной ты должна быть непременно». Насколько внимательно прислушались к этому совету представительницы прекрасного пола с филологического факультета, мы решили узнать у мужчин с нашего университета. Итак, что вы думаете о девушках с филологического факультета? Я считаю, что они хорошие, общительные и красивые. На самом деле считается, что на филологическом факультете всегда самые красивые девушки. Они прекрасны. Девочки очень умные, красивые, добрые. Общаются, наверное, хорошо. Некоторые, можно сказать, легкомысленные. Филологический факультет, так сказать, поставитель девушек в наш университет. Добрые, веселые, но много говорят. Они, наверное, очень подкованные в языковых знаниях. Также видел свежую кровь, это недавно поступившие в Симсимодяге. В принципе, девчонки так нормальные все. Друг сказал, что там красивые, умные. Девушки с большой буквы. Девушки филологического факультета одни из самых красивых в этом университете. Отлично. Мне нравится. У нас самые красивые девушки. Ну, девушки с филологического факультета хорошо владеют русским языком. Образованные, красивые, и их много. Они самые красивые. Да. Одна из них сидит рядом. И нормальные девчонки такие, веселые. Мы выпивали годно. Она меня отвела в один прикольный клуб. Там было море пива, оно было бесплатное. Но я считаю, это был полезный опыт в моей жизни. Там всегда самые красивые, умные, образованные девушки с самым хорошим словарным запасом. В общем, мечтали бы у мужчины. Мы зависали с ней в общагу. Тоже интересный опыт был. Девушки РУДН самые красивые в мире. О девушках филфака можно сказать очень много. Но есть кое-что, что их объединяет. Каждый из них знает, что 2×2 может равняться 5. Но для этого не нужен калькулятор, а нужен всего лишь влюбленный в нее мужчина.